Alright, André, first of all, is it a big disappointment this loss, considering so many scoring opportunities you had? Да, конечно, само собой разочаровало, но было очень много моментов, на самом деле, и там хороший вратарь, и у нашего Зенита было очень много моментов. What did you miss in those scoring opportunities you had? Не хватило хорошего броска верхом, вратарь все перекрывает низом. Вот мне кажется, его не хватило. Если бы забили одну, игра была бы по-другому. Despite the loss, do you think that this is a good learning experience towards the next games of this tournament? I mean, even though you lost, you played really solid game. Ну, когда проигрываешь, конечно, никогда не бывает хорошим знаком. На самом деле мы будем настраиваться на завтрашнюю игру. Завтра очень хороший соперник. Сейчас разберем игру соперников и будем настраиваться. Well, Canada, Russia, there has been always a big rivalry at hockey, or in hockey, between those two countries. Do you feel that this is probably your biggest rival? Ну да, конечно, это как всегда дерби Россия-Канада.